Спорт для всех. Массовые спортивные мероприятия Подмосковья обсудили в пресс-центре ТАСС. Олимпийский чемпион Александр Легков призвал Министерство спорта Московской области обратить пристальное внимание на лыжный спорт в регионе. У нас два примера. Парк «Отель Пересвет», понятно, но немножко это коммерческий объект, да, но тем не менее. В любом случае там дети и лыжные трассы, и лыжные секции есть бесплатные, где детишки могут тренироваться, и весь город Пересвет может кататься, все это абсолютно бесплатно. Мы говорим про парк имени Ларисы Лазутиной и Воденцова. Вот таких кластеров, если бы у нас было 5-6 на территории Московской области, пускай они в таком объеме и формате, как именно самая Лазутинская вот эта трасса, да, и вот этот Лазутиный Лариса Евгеньевна парк, было бы просто замечательно. По словам Александра Легкова, лыжный спорт – один из самых массовых, поэтому его необходимо развивать. В планах чемпиона – помочь юным лыжникам из Краснозаводска. Я думаю, что в этом вопросе я и занимался, всячески помогал детишкам в Пересвете, чтобы у них были лыжи, и костюмы, и палки, и ботинки. Я думаю, почему бы нет, чтобы обидеть Краснозаводском, чтобы краснозаводские дети тоже не могли это летать. Министр спорта Московской области Роман Терешков подвел итоги летнего спортивного сезона. С начала года в Подмосковье прошло более 10 тысяч спортивных мероприятий. В 5 раз больше, чем 5 лет назад. Задача, конечно, выходить из той географии, которая у нас была традиционно, это жители Московской области, и в последнее время к нам уже приезжают не только субъекты Российской Федерации, но и представители других стран. Для нас это достаточно важно, потому что мы показываем Московскую область совсем с другой стороны, как регион спортивный, как регион, богатый своими историческими, культурными событиями. И перед собой мы ставим именно такие задачи, чтобы организовывать масштабные, красивые, большие мероприятия, которые будут привлекать людей. Зимний сезон также будет богат на массовые спортивные соревнования. В Сергиево-Посадском районе проведут лыжный марафон «Николов перевоз» и гонку на кубок Александра Легкова. Анна Спиридонова, Михаил Кирсанов. Программа «События».